Привет всем, меня зовут Артур Чекан, и сегодня поговорим по просьбе наших студентов об преимуществах вождения или обучения вождения в зимнее время года. Те, которые обучались в другие времена, исключая зимний период года, обязательно будут иметь стрессовые ситуации в момент выезда на скользкую проезжую часть. Можно сказать, натура преподносит нам подарок, который в другие времена года не будет. Преимущество в зимнее время будет, что водитель, начинающий водитель, лучше понимает, как управлять автомобилем. То есть, как пользоваться педалью тормоза, как пользоваться газом. То есть, малейшая подача больше газа, малейшее нажатие на тормоз резче, приводит неизбежно к заносу. Второе преимущество есть проезжая часть. То есть, из-за скользкой дороги мы обязаны ехать с меньшей скоростью. Соответственно, из-за этого у нас есть больше времени обдумывать, увидеть ситуацию на дороге, увидеть знаки преимущества, увидеть светофоры. И, что более важно, любое действие наших участников движения, которые находятся рядом с нами. Другой приоритет – есть ограниченная зона видимости и короткое время светового дня, который обеспечивает нам тренировку зрения и чтобы оценить лучше ситуацию на дороге. Все эти преимущества, еще много других, конечно, увеличивает внимание, увеличивает реакцию, увеличивает дисциплину на дороге, снижает уровень эгоизма и тренирует спокойствие на дороге. Дорогие мои, снег в Республике Молдова надолго не задерживается. Это означает, что чем раньше вы начнете обучение в зимнее время года, тем больше шансов у вас, конечно, больше опыта будет в дальнейшем. А сейчас предоставляем вам несколько кадров обучения в зимнее время года. Желаем удачи!